Привет всем. Вот я, короче, купил горбушу. Решил, короче, на еде со смехом готовить. Первый раз, короче, буду рыбу жарить. Вот будете угорать, как я ее пожарю. Я вообще не знаю, как ее жарить, но я научусь я по-любому жарить. Да. Вот я, короче, извалял ее в муке. Сейчас поставлю ее варить. Жарить, то есть. Попробуем. Вот она, короче, такая горбуша. Ну, пускай жарится, потом посмотрю. А когда уже будет, что я сниму. Ну вот она, короче, жарится. Не знаю, посмотрю, как получится, не получится, не пожарить. Представляете, первый раз, короче, жарю. Потому что не доходилось мне. Потом, может, что-нибудь еще приготовлю когда-нибудь. Надо ее вот так вот перекласть. Не знаю. Наверное, должно получиться. Прикольно. Наверное, пожарится. А может, не пожарится. Вот пишите, получится мне пожарить или не получится. Обжаривается. Надеюсь, оно мне получится. Представляете, первый раз. Надо свет включить. Первый раз, короче, я это жарю. Это капец просто. Буду готовить тут на гурмане века. А то что я там хаваю, короче, на позитиве я готовлю на гурмане века. Капец, первый раз рыбу жарю. О, это офигеть. Блин, я не знаю, там это, как резал. Не нажал, потому что мне в голове какая-то фигня. Это просто. Обжегся. Хорошо хоть. Да, руки мне тяжелые. Надо учиться. Капец, первый раз рыбу жарю. А это капец. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О. А что же? Прожарила, что ли? Нифига не могу понять. Или не прожарила? Первый раз жарю рыбу. На-на-на-на-на-на-на. Почти что готово. Брысь! Надеюсь, он чуть не после я компас не поставил. Надеюсь, здесь это снимется. Процесс. Потому что да, надо это. Часы. Часы пока не ко мне там. Не стал, короче, одевать. Да. Я как бы со всех. Не знаю, я палец обжег.
Она еще жарится. По-моему, прожарилась уже или нет? Ну, наверное, уже готова. Палец обжег. Я что, кулинар что ли? Надо же лопатки переворачивать. У меня вообще руки через жопу растут. Надо учиться. Придерживай ручку. Сковородку. Нет, я камеру придерживаю. Надеюсь, не отравлюсь. Мороженая рыба, не отравишься, когда свежая. А все, готово. Сейчас она остынет и попробуем ее. Ладненько. Не зажарилась даже. А? Не зажарилась? Почему зажарилась? Да я сам буду делать. Так, все. Короче, пожарил. А как я буду есть, посмотрите на гурма... Это... Да нет, я и тут буду есть. Ты кусочка на обжоре, это как-то, и да со смехом это как-то не будет. Я тут, короче, буду холодить. Она горячая, сейчас пускасанет, и я засуну, как я буду есть. Ну вот и все, пожарилась она. Она, по-моему, еще горячая. Ну, понимаю. Благословить он твой мясо шат, шея дешаки. Матаджи ширина 9, но мамака. Будем хавать, сейчас я приправим. Так. Сейчас благословим. Ом тваме сакшат шриади шакти матаджи ширина 9, но мамака. Вот. Первый раз, представляете, пожарил рыбу. Блин, она горячая. Она горячая, представляете? Прикольно. Кстати, могу готовить. С рыбой получилось, ништяк. Девчонки, кстати, короче, свободнее. Вообще офигенно так. Вкусно так. Вкуснотища. Ну вообще да. Не буду. Не, может буду обжоры делать. Найду со смехом. Горячая. Офигеть. Первый раз пожарю рыбу. Ец, у меня получилось. У меня мама получилось рыбу пожарить, прикинь. Поздравь меня, мне получилось рыбу пожарить. Ура, наконец-то. Прикинь. Эльза, ты какого чувачка потеряла, который рыбу, ну, может жарить уже сам. А я, в принципе, много могу чего. Просто я ничего не делал. Нет, ты еще можешь ко мне прийти, если хочешь. На вертолете прилетит. А пишите там это в комментах, что потом еще приготовить, попробовать. Что-нибудь еще приготовлю. Офигеть. Да, со временем надо все учиться готовить. Рыбу могу жарить, а
потом что-нибудь еще пожар. Массаж сделал. Да. Сыдя. Это, короче, это. Я смотрю, понял. Как записывается, короче. Это я на экшн камеру. Кстати, короче, у меня та экшн камера была. Клево можно было записывать в футляре. Там футляр, короче, пропускал. А тут нет. Тут надо покупать это. Какого? Это защитное стекло. Когда защитное стекло будет, тогда а вы хотите снимать. Потому что не хочу я сохрануть. Но у меня, в принципе, есть какого камера Sony, которую я, короче, хожу и снимаю. Вот. Круто. Ладненько. Всем удачи и пока. Я всех люблю.